este greu să cred că am pierdut astăzi acest joc, chiar dacă în prima repriză adversarul nostru a avut o posesie. Не совсем справедливый сегодня по отношению к команде Кубани. Если говорить и анализировать игру в первый тайм, если у гостей Валенсии было территориальное преимущество, владение мячом, но тем не менее они ничего не создали, голевых моментов у наших ворот не было, в то время как, по нашему мнению, чистый пенальти на Фидлере, возможность с удалением, и голевые моменты создавали мы. И начали второй тайм опять голевой момент у Мельгареха. И, к сожалению, потом получаем нелепый гол в свои ворота. Досадная ошибка, но это все мы люди, все вправе ошибаться. К сожалению, это произошло с нами сегодня. Пока ребята пришли в себя, пытались опять создавать что-то, но получили еще второй гол со стандарта. Хотели сегодня перед своей публикой, перед своими болельщиками провести достойно домашний матч. Ребята это очень хотели, желали, но, к сожалению, обидное, досадное поражение при своих болельщиках. Установка была, чтобы встречать соперника, особенно это касалось полузащиты. Они должны были оказывать агрессивное давление на соперника, не давать свободно контролировать мяч. Но, видимо, ребята стушевались, может, боялись пропустить, поэтому прижали к своим воротам. Sigur, este un moment greu. Este un moment greu. Se vede și de afară, din interior. Понятно, что Манчестер переживает тяжелые времена, может, очень тяжелые. Естественно, чтобы выводить из таких ситуаций, нужен результат. Может, поэтому немножко вот это психологически давит на них этот груз, что его, к сожалению, нет. Но нужно перетерпеть и дело тренера найти варианты, возможности, чтобы выйти из этой ситуации очень тяжелой, вводить новых игроков, которые бы могли что-то добавить.